За час до начала финального матча Кубка России в Сочи на территории Олимпийского парка завершился футбольный турнир среди детей. Он был приурочен к главному событию вечера. Финальную встречу между командами Центрального и Адлерского районов Сочи посетил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Он вручил кубок победившей команде, а затем, оказавшись в окружении журналистов, рассказал о планах объединить все футбольные академии и создать для них свой всероссийский турнир. Нам нужно их всех объединить в некую одну систему, посмотреть, создать соревнования. Сейчас мы делаем Кубок России среди различных возрастов, четырех возрастов, когда они играют квалификацию. Потом по 18 команд собираются здесь, в лучших регионах, и мы проводим такую финальную часть. И, конечно, это такой скоротечный турнир, а вот в течение года, как ребятам, чтобы у них была такая соревновательная практика. Поэтому, конечно, эта работа будет продолжаться, потому что, ну, дети у нас есть. Еще раз скажу, 415 тысяч в этой системе. Это огромная армия ребят. Общая фотография с участием Виталия Мутко займет свое место в клубных музеях команд.